В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. Активисты Общественного народного фронта провели рейд по аптекам России, в том числе. Такой рейд прошел и в Тверской области. И активисты выяснили, есть ли в продаже препараты, которые используются для лечения гриппа, простуды и других инфекционных заболеваний. О результатах проверки они нам сегодня расскажут. Итак, гости сегодня в студии. Это Баженов Николай Дмитриевич, проректор по лечебной работе Тверского медуниверситета, председатель регионального штаба ОНФ. Здравствуйте. И Сергей Морозов, координатор молодежки ОНФ. Здравствуйте. Сергей, вы непосредственно принимали участие в этом рейде. И расскажите, как проходил рейд. Вначале же мониторинг, как я понимаю, был, да? Да, рейд проходил в два этапа. Первый этап — это был интернет-мониторинг, сайт наших аптек, ну, личное посещение аптек и телефонные звонки. В первый этап мы проверили 45 аптек, и через несколько дней нам была поставлена задача проверить еще 100, более 100 аптек. Когда вот второй этап мониторинга был, мы проверяли уже, лично посещали в основном все аптеки, это как и частные, как и государственные, и по некоторым отдаленным районам звонили в аптеки и спрашивали, есть ли лекарства, которые мы мониторим, или нету. А потом сводили свод по процентным соотношениям, какие препараты есть, каких препаратов у нас нет. А в каких муниципалитетах вообще вы были? Это город Тверь, Калининский район, Кимры, Кимрский район, Спирово, Белый, Сандово, Благое. Почти во всех районах Тверской области. А почему вообще, в принципе, решили вот этот мониторинг провести? Цель-то его какова? Цель его, этого мониторинга, увидеть наличие, есть ли данные препараты в этом списке в аптеках. Потому что многие регионы жалуются, что нету данных препаратов в аптеках. И страдают как бы местные жители и... Из-за этого нам пришлось провести этот А мониторинг. Много вообще наименований-то лекарств? 17 наименований. 17 наименований. А какой класс вообще это препарат? Антибиотики или что это? Или от простуды, да, какие-то жаропонижающие? Проверяли мы антибиотики, противовирусные, вот эти препараты, которые рекомендованы Минздравом при лечении коронавирусной инфекции. Ну, это я понимаю, что и таблетки, и ампулы, да? Это таблетки, ампулы, да. Николай Дмитриевич, расскажите немного поподробнее, да, для чего эти лекарства назначаются? Я бы прежде всего хотел выразить большую благодарность ребятам, которые провели титаническую действительно работу. То есть я видел эти отчеты, обследованы практически все муниципалитеты, имеющиеся в нашем регионе, обследованы какие-то небольшие аптеки в селах, то есть это не обязательно районные центры. Работа была проведена колоссальная. И как бы по одна из граф отчета, это было личное посещение, и оно превалировало. То есть везде они ножками прошли и очень много всего выяснили. Конечно, я бы два момента хотел отметить. Первое, то, что если смотреть в разрезе других регионов Российской Федерации, то в нашей области все очень неплохо. То есть мы не в конце этого списка. Это раз. Второе, есть такая графа в этом отчете, это причина отсутствия препаратов. И зачастую причина отсутствия препаратов – это отсутствие данного препарата у поставщиков. То есть аптека не имеет этот препарат не потому, что она не хочет, потому что у нее нет возможности заказать. То есть проблема немножечко глубже, чем не надо тиранить аптеку и говорить, почему у тебя нет вот такого препарата. Здесь вопрос поставщиков. Если говорить дальше по списку препаратов, вот предыдущий эфир на прошлой неделе у нас был посвящен антибиотикотерапии. И достаточно долго ваши коллеги пытали меня и пытались из меня выцепить, по какой же ситуации надо принимать антибиотики. Но я был непреклонен и до сих пор сохраняюсь таким же. То есть препараты антибактериальные, антимикробные, как их теперь принято называть, принимаются сугубо по назначению врача. То есть здесь мы боремся с той ситуацией, когда врач назначил пациенту лечение, а данных препаратов в аптеке нет. Вот это беда. Когда пациент сам пришел, к сожалению, у нас люди, но мы обсуждали уже, что доступность аптек у нас намного выше, чем доступность первичной медико-санитарной помощи. То есть, вот, представляете, вам сходить к врачу или сходить в аптеку, что легче? С учетом
интернет-пространство, с учетом того, что все мы везде читаем, знаем, как что-то лечить, то человек чаще всего принимает решение, а сбегаю-ка я в аптеку, куплю некий препарат себе, потому что я прочитал где-то, что он мне должен помочь. Поэтому я здесь скажу, что я даже не буду оглашать список препаратов, проверенных ребятами, он весьма широк. В нем есть ряд препаратов противовирусных, ну, я говорю не только как сопредседатель, но как все-таки доктор, с не совсем доказанной эффективностью, которую я бы не стал упоминать. Есть ряд препаратов, которые просто вот включены в список Минздрава России, методические рекомендации Минздрава России для лечения новой коронавирусной инфекции. Антикоагулянты, без которых, как известно, уже каждый ребенок знает, лечение коронавирусной инфекции не проводится. Поэтому здесь была проведена еще раз грандиозная работа. Но что скажу, что, конечно, наибольшая беда, вот так вот знакомиться с списком, к сожалению, с антикоагулянтами. Но здесь отчасти я бы это тоже связал, что мы же смотрим среднее по аптекам, а мы смотрим аптеки в очень небольших муниципальных образованиях, а большинство новых оральных антикоагулянтов, они стоят дорого. И, наверное, эти аптеки просто не могут, они их привозят под заказ. Здесь вот эта вот система, которую ну вот, в одночасье сломать достаточно сложно. Но, тем не менее, хочу сказать, что лекарства в аптеках, ну, лекарства для первой помощи есть. Я, этот список лекарств был как бы, ну, не нами придуман, а ОНФ – это вертикально интегрированная организация, как бы это была заявка нашего руководства. Я бы его немножечко расширил бы в сторону каких-то профилактических мер для профилактики, для профилактики коронавирусной инфекции. Профилактика коронавирусной инфекции – это то, что мы вот здесь в масках сидим и руки обработали при входе. Вот это вот профилактика на самом деле. Не все, конечно, сидим в масках, но тем не менее. Так вот, я бы его, может быть, немножко расширил, но это мое личное частное мнение. Поэтому скажу, что, например, фавипиравир, препарат, который включен в методические рекомендации Минздрава России, к сожалению, во многих аптеках его нету. Но, опять-таки, это связано с тем, что если человек покупает его за счет собственных средств, то, ну, это очень дорого. А какой примерно ценник на него? 1015, да, где-то так. Да, где-то около 1015, и то это надо чисто под заказ. Ну, и здесь, понимаете, как бы наша система, вот я не знаю, приобрело ли форму нормативного акта, но не раз декларировалось, что пациентам с установленным диагнозом COVID-19 препараты, которые ему необходимы для лечения данного заболевания, будут выдаваться. Будут выдаваться, а мы понимаем, что если пациент с установленным диагнозом COVID-19, этот пациент находится в карантинных условиях, он находится дома, то есть они должны не только выдаваться, но и доставляться. Вот сейчас активно обсуждаемый вопрос, просто как это будет механически сделано, как-то организационно ему доставить препарат. Мы понимаем, что наша участковая служба, первичное звено, но оно сейчас находится в очень тяжелой ситуации. Оно и так-то у нас страдало кадровое, так скажем, обеспечение первичного звена. А сейчас, когда подавляющее большинство вызовов – это вызов на дом, то, конечно, ну, низкий поклон врачам-терапевтам первичного звена. Никогда, вот я просил бы всех телезрителей на них не ругаться, потому что многие не могут дозвониться. Многие говорят, вот нам ждать, они не сидят и не обедают в течение дня. Они бесконечно ходят по вызовам, ходят, стаптывая ноги в кровь. Вот так, поэтому им отдельное спасибо, низкий поклон. Ну и вот, опять-таки, а кто тогда будет доставлять вот эти препараты? Здесь обсуждался вопрос привлечения волонтерской службы. То есть, то ли это волонтер, то ли это... Пока решения четкого нету. Что ж, пришло время прерваться на короткую рекламу. Не переключайтесь. Это программа «Тема дня». Мы продолжаем обсуждать тему наличия препаратов для лечения инфекционных заболеваний в муниципалитетах и, собственно, в самой Твери. Общественники провели масштабный рейд и расскажут нам о его результатах. А, как вы уже сказали, все-таки ситуация в регионе нормальная с наличием лекарств, они есть. Лёля, я перебил. Ситуация нормальная в сравнении с иными регионами. По сравнению с другими регионами. Я бы не сказал, что ситуация нормальная. Хорошо, ситуация, конечно, не очень, но если сравнивать с другими регионами Российской Федерации, то мы тогда мы нормально. Прошу прощения.
Мы перед выходом на рекламу говорили о том, что препарат для лечения коронавируса есть не во всех аптеках, и связано это зачастую с тем, что, в принципе, цена-то на него довольно-таки большая. А если говорить о его применении, у него же есть противопоказания, его же просто так не станешь принимать? Ну, Валерий, я бы сказал так, что у большинства препаратов показания к применению написано на коробочке. Оно состоит из одной фразы. Применяется по назначению врача. И вот на этом можно было поставить точку. Конечно, мы не говорим, когда мы говорим там, о парацетамоле, например, но он может применяться без назначения врача. Но когда мы говорим о каких-то серьезных препаратах, то вот та паника, которая сейчас творится, вот я, мне, честно сказать, даже резанула слух ваша такая формулировка «препарат для лечения коронавируса». Понимаете, я бы так не сказал. Это препараты, которые на основании методических рекомендаций Минздрава Российской Федерации могут использоваться в качестве комбинированного лечения у пациентов с коронавирусной инфекцией. Вот так, потому что, когда мы говорим препарат для лечения коронавируса, мы сейчас сподвигнем людей, что они побегут, все скажут, сколько он не стоил, мы его хотим. Это препарат для лечения коронавируса. Но у нас люди сейчас в панике находятся. Поэтому это препараты, которые могут использоваться по назначению врача для комплексного лечения коронавирусной инфекции. Понимаете, противовирусных препаратов, которые действуют на вирус COVID-19, нету. Нету их пока. Вот просто есть некие противовирусные препараты, которые опосредованно могут замедлять его репликацию, могут что-то делать. Но, опять же таки, это не панацея, это не те препараты, которыми можно исцелиться от ковида. От них мы не выздоровеем. Как бы здесь, ну, должна быть этапность лечения. И еще раз я повторился бы то, что говорил в прошлом, значит, на это уже говорил, надо иметь лечащего доктора, который назначает лечение. То есть, который назначает, который контролирует. И понимаю, что зачастую сложно, зачастую вот мне сегодня только звонили мои коллеги, которые не могут вызвать себе доктора, вот то есть у нас там сотрудники хозяйственной службы, они говорят, вот заболели, звоним, и сложно вызвать доктора. Ну, сложно, но все равно не было еще ситуации, чтобы человек совсем не мог вызвать. Ну, то есть, да, через какие-то термины надо проходить. К сожалению, это так, это прискорбно, но это так. А выросла, я так понимаю, что сейчас посещаемость в аптеках в принципе сейчас, или наоборот, люди стали больше пользоваться услугой доставки, например? Нет, ну, по результатам мониторинга аптек мы общались с фармацевтами, с провизорами, они говорили, что очень вырос спрос, и люди ходят, ну, как бы, они не боятся коронавирусной инфекции, их в аптеках очень много. И препараты они эти спрашивают все, а их отсутствие, ну, как бы, и вина получается и жителей, что они покупают без назначения, без рецепта врача, ну, и поставщиков, потому что в большинстве аптек связано это, что этих препаратов нет у поставщиков, из-за этого они не могут привезти. А это препараты отечественного производства или зарубежного? Ну, здесь по-разному. Если мы говорим об антикоагулянтах, это, к сожалению, это все зарубежного производства, с чем связана и высокая цена, то есть у нас как бы она зависит напрямую от курса рубля, к сожалению. Поэтому аптеки, я думаю, что вот та пандемия, которую мы проживем, а я все-таки уверен, что мы ее проживем, она нашу жизнь изменит. Я думаю, вот такие аптеки в привычном нам виде, которые расположены много, везде, с большим количеством людей, ну, это будет немножечко уже по-другому. То есть, все-таки, если человек болеет и идет в аптеку, ну, если он болеет, ему должна быть какая-то доставка лекарств. Я думаю, здесь сейчас, на сегодняшний день, это невозможно просто в рамках законодательства, то есть лекарства дистанционного большинства не продаются, то есть прийти ножками надо. Но я думаю, что это изменится, потому что понимание есть у всех. А вообще аптеки, они как-то комментируют, да, эту же ситуацию, что у них наверняка во многих нет даже каких-то, ну, так называемых ходовых, да, препаратов? Кто ходил по аптекам? Да, как бы, ну, комментируют они, что в основном это очень большой спрос, отсутствие поставок. Некоторые аптеки жалуются, что это все виной маркировка, которая начинается. Да, это отдельная история с маркировкой, но вроде приостановили же, да? Ну, ее приостановили, но все равно вот жалобы, они постоянно идут. Да, в основном вот парацетамол хорошо, что у нас во всех аптеках есть, а такой вот, как антибиотик, все любят его покупать, азитромицин,
Его очень мало. В последнее время азитромицин, он как панацея от всех совершенно проблем. Ну, мы вот на прошлой передаче обсуждали азитромицин, что, наверное, к сожалению, после пандемии лет на 10 про него придется забыть, потому что устойчивость всех штаммов бактерий к нему вырастет очень сильно. Отпускается он без рецепта зачастую. Здесь на самом деле, вот мы все помним, какая была ситуация в марте-апреле с масками, с медицинскими. Помните, это была беда, масок нигде не найти, маски по каким-то сумасшедшим деньгам отпускались. То есть на самом деле, вот та паника, которая создается, тот ажиотажный спрос, ну, давайте не будем называть это паникой, он, конечно, как раз и делает то, что ничего в аптеках нету. Ну ничего, а что? То есть люди покупают себе в запас. Люди покупают, люди боятся заболеть, люди смотрят телевизор, люди читают интернет, люди понимают, что какая-то беда пришла, беда непонятная, лучше запастись, лучше иметь дома какой-то запас, зато если я заболею. То есть на этот раз не коснулось продуктов питания, но, по-моему, кстати, и весной с продуктами питания не было перебоев-то. Только там некоторые сети продуктовые докладывали о том, как у них вырос спрос там в разы. А у нас есть звоночек в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, вот вы сейчас обсуждаете очень важную тему, лекарственное обеспечение в период, вот, скажем, такой очередной распространения новой коронавирусной инфекции. А вот меня интересует следующее. Вот заявлено было, что препараты для лечения коронавирусной инфекции в случае ее выявления для тех, кто будет проходить лечение дома, будут отпускаться бесплатно. Вот как это обстоит дело с этим, как эта процедура выглядит, что она представляет, и вот по этому поводу, может быть, что-то проясните. Добрый день. Мы как раз, вы, наверное, не сначала нас смотрите, вот это обсуждали. Здесь, к сожалению, мы, как активисты Общероссийского народного фронта, знаем так же, как и вы, что вот это было продекларировано, что и когда мы начинали говорить о наличии препаратов в аптеках, я как раз говорил о том, что эти препараты, если их в аптеках не будет, но они пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции будут доставляться на дом, то и беды в этом большой нету. К сожалению, я вот сейчас вот просто не обладаю информацией, на каком этапе этот процесс, на каком этапе получил ли вот эта вот декларация о том, что пациентам они доставляются уже какое-то нормативное подтверждение, выпущены соответствующие какие-то нормативные акты, и как это технически будет делать. Я думаю, что это все понимают, что у нас нет времени на раскачку и времени на раздумья, и я думаю, что в ближайшее время это будет сделано, но, к сожалению, здесь вопрос не к нам. Мы не обладаем той мощью, чтобы сделать так, чтобы начали разносить препараты. Спасибо большое за звонок. Опять же, возвращаясь к препаратам, а есть ли разница вообще в ценах на препараты в аптеках? Сильный разброс, Сергей? Да, разница есть. Как бы, зачастую государственные аптеки как бы превосходят по цене частные. В частных даже есть препараты намного дешевле, чем государственные. Ну и по всем препаратам проводили мониторинг, и до этого были мониторинги по ценам. Все цены выросли. Ну, в один раз, в полтора раза точно. А вот, допустим, смотрите, будет ли разница в цене в какой-нибудь, да, аптеке где-нибудь в какой-то, может быть, сельской местности и в районном центре, в городе? Но это все зависит от сети, как бы в основном сети все, которые у нас есть, там муниципальные, частные, у них в основном все цены одинаковые, вне зависимости от места нахождения. Да, или это будет поселок, или это будет райцентр. А кто-то регулирует сейчас цены в муниципальных государственных аптеках? Вот это они как-то, они сами это придумают? Мне просто даже интересно, я никогда не задавался этим вопросом. Ну, может, у них есть какие-то там нормативные правовые... То есть все понятно про частников. Спрос раздает предложение, рынок, да. Все, вопросов никаких никогда не кину в них камни. Ну, может, тогда кину камни, если они в период так народной беды начнут наживаться на этом. Но государственные же аптеки, у них есть, наверное, какие-то регуляторы? Но в основном регуляторы-то у нас идут по жизненно важным лекарствам. То есть там по остальным... определено, да, законодательством, а по остальным нету. Ну и когда вот был мониторинг, добавлю, еще был такой вопрос, есть ли наличие масок в аптеках. Во всех аптеках маски есть. В одной не было. В какой-то в сельской аптеке. Но ее не было,
как бы вот пришли перед нами, вот закончили. Закончились маски. А так меня это обратило внимание, что мы только даже выявили одну аптеку, где нет масок. Ну а цена как бы в среднем 10-13 рублей вот за маску. На маску? Да. Ну, вот опять же таки, в одной из продовольственных сетей у нас продаются маски по 2,5 рубля. Медицинские те же самые. То есть я вижу, когда всегда удивляюсь. То есть разброс цен, он имеет место быть. Да. В любом случае. Стоит упомянуть, что еще инфекция, это помимо коронавируса, у нас еще и ОРВИ, и грипп, и та же самая пневмония есть. Опять же, здесь назначение, как правило, да, каких-то препаратов, возможно, даже антибиотиков. И как вот вы считаете, должны ли вообще в принципе быть антибиотики, да, в свободном доступе? Вот для лечения однозначно, сразу же скажу, что антибиотики, препараты, применяемые по назначению врача. То есть то, что аптечные сети отпускают антибиотики людям, которые приходят, просто называют название того препарата, который ему хочется купить, это нарушение. То есть это нарушение, ну, наверное, просто в сегодняшней ситуации, ну, не будем мы за него, не мы, а даже не будет никто за него строго наказывать, но я думаю, что в перспективе мы придем к цивилизованному отпуску антибиотиков. Антибиотик отпускается по рецепту врача. Если вы посмотрите на любой антибактериальный препарат, антимикробный препарат, на коробочке всегда написано «отпуск по рецепту врача». То есть то, что вот мы с этого начинали, аптечные сети, аптечные пункты, это нарушают, но это на их совести. А чем вообще чревато употребление антибиотиков бесконтрольное? Ну вот у нас была прошлая передача, вот мы час разговаривали об антибиотикорезистентности, о том, что будет, о том, что вирусы, бактерии, что это существа, которые дольше нас живут на этой планете, намного дольше. И, возможно, и после нас они будут жить на этой планете. И на самом деле, когда вот антибиотикорезистентность – это тема, которой ВОЗ сейчас посвящает очень много времени и понимает, что это беда. Это на самом деле, если мы с вами не будем иметь антибиотиков против каких-либо болезней, то от этих... Вот я, будучи, наверное, ну, как бы самым возрастным в этой студии, я прошлую передачу вспоминал стихотворение Багрицкого «Валя Валентина, что с тобой теперь, белая палата, крашеная дверь». Ну, зрители постарше, вы помните, это пионерка в 30-м году умирает от скарлатины. От скарлатины. 30-й год, это недавно, это меньше 100 лет назад. То есть молодая девушка, будучи пионеркой, ну там дальше канва, что ей там галстук одевать или крестик одевать, но это даже не будем в это сейчас погружаться. Но сам факт, что действительно, и если мы посмотрим смертность от антибактериальных всяких, от бактериальных бед, она была очень высока. И если мы получим сейчас антибиотикорезистентность, то есть когда... Доктор, никогда, если доктор видит, например, какую-то бактерию, которая резистентна ко всем существующим видам антибиотиков, то он понимает, что это очень нездорово, что дальше уже человек остается один на один с этой бактерией, выдержит его организм, тогда будет хорошо, то есть средств лечения нет, поэтому антибиотики применяются по назначению врача. Бесконтрольный прием антибиотиков – это беда, еще к тому же, и еще и связано с тем, что человек бесконтрольно применяемые антибиотики, он покупает упаковку, он начинает ее принимать, он принимает 3-4 дня, ему легче. У него мотивации нет дальше. А вот это очень нездорово, когда человек, пропринимав несколько дней, не закончив курс, прекращает его, прерывается. То есть он так придавливает проблему, его, так скажем, бактериальная флора имеет, по сути дела, прививку. После этого уже вакцинацию и говорит, все, нормально, ладно, сейчас мы отступим, зато следующий раз, когда мы придем, ты уже будешь, друг наш, подпрыгивать. Это в первую очередь еще и неправильное применение антибиотиков. Ну, это неправильное, бесконтрольное применение антибиотиков, это беда. Ну, к сожалению, у нас граждане как-то раз полечились антибиотиком, заболели еще раз чем-то подобным и, соответственно, по старой схеме начинают лечиться. Да, к сожалению, так. А как вы считаете, как вообще с этим можно бороться? С этим бороться надо двумя путями. Вот мы возвращаемся к предыдущим как раз передаче. Первое – это, конечно, развитие и, прежде всего, кадрового потенциала первичного звена здравоохранения, чтобы у человека не было трудности с вызовом доктора или к обращению к своему терапевту, то есть чтобы он знал, что это несложно.
доктор оценивает необходимость назначения препарата и выписывает на него рецепт. Вторая часть – это соблюдение аптеками действующего законодательства, то есть отпуск препарата по рецепту врача. С одной стороны, чтобы человек имел возможность получить этот рецепт, с другой стороны, как бы чтобы аптек... Если мы сейчас возьмем и жестко заставим аптеки не отпускать препаратов, на которые мы ничего хорошего не сделаем. Тоже как бы мы людей загоним в ситуацию, когда они не могут что-то приобрести. То есть вот эти вещи должны развиваться параллельно. И развитие первичного звена, и как бы, с другой стороны, ужесточение требований к аптекам. Надо еще также напомнить, да, что все-таки лечение того же гриппа, ОРВИ, пневмонии, коронавируса, оно занимает определенное время. Естественно. И за это время начинается лечение, да, и не факт, что то лечение может быть эффективным, человеку назначается уже другое лечение, сделать это может же только врач. Ну, Валерий, вот вы абсолютно правильно сказали, что здесь вопрос комплаенса, то есть сотрудничества врача и пациента. Пациент приходит к врачу, врач назначает ему лечение, через какое-то время врач определяет эффективность уже назначенного лечения. И то есть вот это частая проблема, если пациенту лечение вдруг не... кажется недостаточно эффективным или действительно недостаточно эффективно. Пациент говорит, а все, значит, меня неправильно лечат. Нет, это повод повторно обратиться к этому же специалисту, сказать, вот у меня на фоне назначенного вами лечения сохраняется такая симптоматика, тут вполне допустимо, что врач скажет, а это нормально, подожди еще несколько дней. То есть здесь ты слишком рано, хочешь ты вчера принял таблетку, сегодня хочешь исцеления. Так тоже не бывает. То есть, а время, когда начнут действовать препараты, определяет врач в зависимости от препарата, в зависимости от пациента. Хочется спросить, если вдруг в аптеке нет необходимых лекарств, что делать? Ну, это можно позвонить в Министерство здравоохранения. Сергей, я перебью. Прежде всего, может быть, сначала можно спросить, привозят ли эти лекарства на заказ. То есть не сразу же обострять ситуацию, спросить, может быть, его на завтра привезут, да. А если уже нету, то вот дальше... Вот можно узнать в аптеке, можно ли осуществить заказ. Ну, как в основном все аптеки говорят, что можно, и это осуществляется буквально день-два после заказа, и препарат привозится. А если нет, то это можно позвонить, думаю, в Минздрав Тверской области, в Общероссийский народный фронт, и потом, чтобы мы эту ситуацию держали на контроле. Здесь можно, я даже впишусь, здесь, наверное, еще имеет смысл привлекать тогда Росздравнадзор по Тверской области. То есть у нас есть федеральная служба по надзору в сфере соблюдения законодательства здравоохранения. Это раз. Ну и, конечно, всегда можно звонить в УНФ. УНФ, ну, будет стараться помочь, потому что, ну, конечно, это не быстро. УНФ должен направить некий запрос уже дальше. Дальше включается у нас 159-й закон об ответах. То есть, но, тем не менее... Первое, что попробовать сотрудничать с аптекой, попробовать договориться о том, что, ребята, может, привезете? В большинстве случаев, да, наверное, все-таки... Но если его нет... Вот, Сергей, помните, как мы, когда смотрели вот эти отчеты, ведь многих нету поставщиков. То есть аптека тоже. То есть вы приходите в аптеку, говорите, хочу такой-то препарат. Они говорят, нету. Говорите, хочу заказать. А они говорят, никак. Поставщиков нету. И что вот здесь делать? Ну, некоторые аптеки говорят, обратитесь в следующую аптеку, как бы. Но если федеральная сеть аптек, наподобие так, как Е-аптек, что рекламирую, но там можно заказать и привезут, прийти в аптеку и забрать данный препарат. А в онлайн-аптеке? Ну, вот это как раз есть онлайн-аптека. Ну. А здесь еще же, опять же, должно же иметь место быть доставка? Доставка в пункт, аптечный пункт этой онлайн-аптеки. Угу. Опять же, зачастую амбулаторные больные, да, даже бывают такие ситуации, что, допустим, некому, да, привезти эти лекарства. Им приходится самим выходить в аптеки. Как вот здесь вообще быть? Ну вот здесь мы говорили, уже был даже звонок в студию, что когда у нас будет уже какое-то нормативно-правовое регулирование доставки этих препаратов, я думаю, здесь будут названы те люди, которые смогут эти препараты доставлять. Я не знаю, это введение каких-то курьерских ставок, это кто это может. Мне бы, как человеку, имеющему отношение к первичному звену, знающему, как оно работает, честно скажу, но не хотелось бы, чтобы это все взвалили на участковых терапевтов. То есть, когда участковый терапевт, ты кроме того, что ходишь по вызовам и всех смотришь, ты еще давай лекарства развози. То есть, ну, понятно, что доктор – это
специальность, которой надо долго учиться, и как бы курьер – это проще, чем доктор, то есть там учиться не надо. И это как, ну я не знаю, на Лексусе дрова возить. Но во многих как бы регионах есть такая практика, что осуществляют данные препараты, доставку волонтерам вместе. Понимаете, здесь какая проблема, что если изменится регламент работы волонтеров, на сегодняшний день волонтерская деятельность не подразумевает работу, прямую контакт с пациентом с COVID-19. А доставка препаратов именно требует не оставить его у двери, а подписи пациента на каком-то неком бланке. То есть вот это вот пока нерешенный вопрос, к сожалению. То есть волонтеры, мы вместе их много, они в принципе-то готовы, у нас с вами их достаточное количество, но они сейчас по нормативно-правовой базе просто не могут этого сделать. Сейчас, например, в интернете предлагают выкупать участников, например, да, опять же, вот эти вот лекарства. У кого-то, может быть, что-то осталось после лечения. Как вообще вот с этим бороться? Что называется, купить лекарство по объявлению. Это уже совсем беда, понимаете, это как бы... Но это имеет место быть. Но, возможно, у нас много чего, как вот вы говорите, имеет место быть, но на самом деле оборот лекарственных препаратов осуществляется аптечными сетями. Все остальное вне рамок закона. То есть, и все, больше мне сказать на это нечего. У нас есть звоночек в студии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я, Елена Владимировна меня зовут. Я инвалид второй группы по инсультам. По инсультам мне выписывают таблеточки эти все, я принимаю и получаю. Но плюс к этому я еще астматик, как же, господи, астма. Бронхиальная астма, да. Вот. И вот препарат вот этот я не могу получить уже 2 месяца. В аптеке говорят, что министерство не выделяет. Я звоню туда через день в аптеку, и мне все вот говорят, нет и нет, нет и нет. Елена Владимировна, а на горячую линию Минздрава Тверской области не звонили? А я не знаю телефона. Если есть, я просто на память его не помню, но если есть возможность пользоваться сетью интернет, то на первой странице сайта Минздрава есть телефон горячей линии, где, и я знаю, что коллеги там все время дежурят, и именно для того, к сожалению, мы многие вопросы не можем решить в автоматическом порядке, так скажем, но когда человек обращается, то там все силы прикладываются для того, чтобы решить его частный вопрос. Я бы посоветовал, наверное, обратиться туда, потому что или же получить помощь, или если что-то по каким-то нормативным, каким-то иным вопросам невозможно, то вам хотя бы объяснят. Потому что вот так вы находитесь в ситуации подвешенной, и вам ничего не обещают, и никто не может ответить. Я бы рекомендовал, прежде всего, обратиться туда, наверное. Спасибо, что делаете. Спасибо за звоночек. Такие ситуации, к сожалению, случаются. И расскажите немного о работе вот этой горячей линии, да, какие вопросы она способна решить. Мы говорим о горячей линии «Мы вместе». А о которой вы сейчас говорили? Нет, о той, что я сейчас говорил, это горячая линия Министерства здравоохранения Тверской области. Такие горячие линии есть у всех, так скажем, органов государственной власти. И они готовы решить или не решить, объяснить. Они все не могут решить, у них нет, так скажем, волшебной палочки, чтобы решить все. Но хотя бы компетентно ответить на любой вопрос, который касается их сферы. То есть будет Министерство образования, будет Министерство здравоохранения, то есть любой. Поэтому здесь вот эта вот горячая линия, я просто знаю хорошо, что если вот в доковидную эру у вас были проблемы с авиабилетами, с Аэрофлота, вы звоните на горячую линию Аэрофлота. И там сидит некий человек ответственный, человек компетентный, который может вам ответить. Он не факт, что этот ответ вас обрадует, но он вам на него ответит. Поэтому то же самое с Минздравом Тверской области. Как бы, если есть вопросы, горячая линия работает, я знаю, что многие коллеги на ней дежурят, и коллеги очень достойные, то есть которые могут ответить на большинство вопросов. Есть ли препараты, понимаете, могут быть. Что будем фантазировать? Может, препаратов в поставке нет, может, он откуда-то исключен. То есть, а женщина ждет. То есть, надо решить этот вопрос, уже дальше действовать как-то по-иному. Так эта горячая линия помогает даже вот в первый этап ковидной истории нашей в Тверской области. К нам обращались на горячую линию «Мы вместе», что не могли вызвать скорую. Мы быстро связались, сам лично связывался по горячей линии с Минздравом,
буквально после моего звонка позвонила женщина, через 15 минут к ним была, уже приехала скорая. А еще с чем, собственно, еще можно, да, помочь? Если говорить о горячей линии, мы вместе. С чем вам человек может позвонить? С каким вопросом? Человек может позвонить с доставкой продуктов, с доставкой лекарств. Коллеги, можно, чтобы мы не путались. Мы закончили разговор про горячую линию Минздрава. Да, туда верно. Не надо звонить с доставкой продуктов и доставкой лекарств. Все мы верно. Теперь начали блок о горячей линии, которая создана Общероссийским народным фронтом совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации, совместно с волонтерами-медиками. Проект «Мы вместе», у которого есть своя федеральная горячая линия, номер 8800. Я, к сожалению, не помню, напомню, Сергей, помнишь, напомнить? Нет. Нет. Я не помню. Вот так вот. Но его легко найти. И с какими вопросами люди обращаются туда, на федеральный номер, да. А то мы сейчас запутаем, люди начнут на горячую линию Минздрава звонить и говорить, нам доставку продуктов обещали, чтобы вот так вот не было. Продукты, в основном любая помощь, то, что могут сделать волонтеры. В основном заказывают это продукты, пожилые, возраст, которому 65+. Маломобильные граждане тоже в основном заказывают продукты и лекарственные средства, которые отпускаются безрецептурно, мы их доставляем. Можно я вот здесь вот немножечко даже еще влезу, потому что здесь вопрос, что действительно это бесконтакт, это доставка продуктов, доставка. И важный вопрос, так как осуществляется волонтерами-медиками, то здесь не безрецептурные лекарственные препараты, а вот именно аналогично. Вот сейчас звонила женщина Елена Владимировна, она инвалид второй группы по нарушению мозгового кровообращения. Ей выписываются некие бесплатные препараты. Вот ей в сегодняшней эпидемиологической ситуации идти за этими рецептами в поликлинику вот противопоказано. И вот именно вот такие звонки на горячую линию зачастую решают волонтеры-медики. Вот Марк Дмитриевич Ефременко, знакомый нам всем, то есть волонтер, кто... чьи ребята элементарно идут в поликлинику, там получают вот этот бесплатный рецепт. И то есть дальше уже они или его реализуют, или же отдают женщине рецепт. То есть, по крайней мере, не надо пожилым людям ходить в поликлинике. Потому что в магазин еще куда ни шло в магазин. Но вот поликлиника – это совсем не то место, куда надо человеку сейчас вот просто появиться по какой-то причине, не болезни, а по какой-то, так сказать, процессуальной, взять рецепт. И много ли у вас заявок на доставку лекарств именно? Заявки, они наполовину, что половина на продукты, половина на доставку лекарств. Иногда бывает то, что лекарства не обязательно нужно доставить с аптеки. Есть такие заявки, что нужно с другого региона доставить к нам в Тверь. И в этом тоже подключаются волонтеры «Мы вместе». С одного региона доставляет к нам в наш регион, и мы уже передаем этот посыл. Я опять мешаю, понимаете, у нас на сегодняшний день в регионе не введены пока ограничения на 65+. И поэтому мы готовы к тому, что горячая линия заработает активно, но вот активно очень волонтеры, мы вместе работали апрель, май до середины июня, когда были просто, я не помню, как это называлось, так скажем, юридически, но ограничительные мероприятия, и 65+ не рекомендовалось лишнего ходить. И вот такой ситуации, то есть на сегодняшний день 65+, они сами стараются ходить, что очень нездорово. Поэтому линия у нас продолжает работать. Мы об этой линии широко информируем людей, вот даже сейчас стараемся, к сожалению, Сергей, мы не помним вот этого телефона, на сайте можно посмотреть, но мы просто не подготовились к этому вопросу, просто не о том немножко была передача. Но, наверное, вот сейчас вот надо это дело... эту историю популяризовать, просто даже несмотря на отсутствие юридически выверенных так ограничительных мероприятий, все равно мы понимаем, что 65+, поменьше надо выходить из дома. Я, например, своих родителей из дома стараюсь не выпускать. Доставляю им все сам, что могу. К слову, да, рекомендуете не выходить. А что бы вы вообще, в принципе, нашим телезрителям порекомендовали, как себя защитить? Да, мы об этом говорим часто. Я думаю, что повторение, как говорится, мать учения, я думаю, что нужно напомнить еще раз. Ограничение социальной активности. Раз. Все барьерные, маски, перчатки. Перчатки, может быть, меньше, в первую очередь, маски. И, конечно, обработка рук. То есть... вот мы сидим здесь, мы неправильно сидим.
близко сидим, хоть и в масках. На самом деле надо, я думаю, если все пойдет дальше по тому же сценарию, вам придется вот этот стол менять на более крупный, потому что уже будем сидеть по-другому. Поэтому здесь, ну, личная гигиена, естественно, лицо руками не трогать, как не надо нос чесать. А у нас есть еще один звоночек в студии. Алло, здравствуйте. 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 А вот подскажите, пожалуйста, может быть, вы знаете, в поликлинике отменили электронную запись к эндокринологу. Вот я диабетик, получаю инсулин у доктора в поликлинике. Отменили электронную запись. То есть или звоните, или приходите. Дозвониться невозможно. Получается, что я в группе риска должна идти в поликлинику в 8 утра, стоять очередь, чтобы записаться. А по какой причине отменили электронную запись? Это временно или это на постоянной основе? Сказали, что пока вот на период пандемии. Вот буквально месяца два назад отменили, и я еле-еле дозвонилась и записалась. Ну вот я бы так же, как и предыдущий звонок, здесь, понимаете, мы Народный фронт, мы не можем, вам быстрее будет воздействовать на это, проконтактировав с нашим местным региональным Минздравом. Потому что если вы не можете вот так дозвониться и записаться, позвонить им, и вот ваша проблема, она понятна и как бы близка всем, что я являюсь пациенткой с сахарным диабетом, мне нужно получение инсулина, не могу записаться вот столько-то дней. То есть я думаю, что вашу проблему достаточно быстро решат. Потому что, ну, почему-то на электронной записи для меня это просто загадка, потому что действительно, ну, я вообще сторонник, чтобы все было планово и разделение потоков, так скажем. Если надо, ну, опять же таки, можно проконтактировать с акциями вместе. Я думаю, вам там тоже могут помочь. Посмотрите, пожалуйста, на сайте. Мы вместе? На сайте «Мы вместе», телефон федеральной линии. И позвонив, обрисовав свою проблему, она сразу же свалится к нашим волонтерам, и волонтеры, я думаю, смогут помочь. Спасибо большое за звоночек. И напоследок, да, возвращаясь к вопросу о индивидуальной защите, не все верят в эффективность масок. Ну, не все верят в то, что в машине, когда едешь, пристегиваться надо. Тоже не верят многие. На самом деле здесь, понимаете, что значит эффективность маски? У нас, может быть, нету того социального единства, которое должно быть. Эффективность маски не в том, чтобы уберечь себя. Эффективность маски в том, чтобы уберечь других. Вот я маску одел не для того, чтобы от вас не заразиться, а для того, чтобы вас не заразить, имея широкий круг общения, понимаете? То есть это забота об окружающих. Если говорить о заботе о себе, ну это надо какое-то защитное устройство более серьезное одевать, так скажем, то есть чтобы не получить порцию вируса. Маска – это социальная ответственность. То есть здесь, ну, можно верить, можно не верить, это доказано. Уж то, что доказано, это маска. Может быть, некие препараты, некоторые противовирусные, которые были в нашем списке, доказаны не до конца, и здесь я бы сам подключился к обсуждению, но маска – это вещь, доказанная полностью. Что ж, наша программа подошла к концу. Напомню, что темой дня сегодня стал рейд Общероссийского народного фронта по аптекам. Общественники проверили наличие лекарств на прилавках. И помогали сегодня разобраться в этом вопросе эксперты в студии, в частности, участники этого самого рейда. Это Сергей Морозов, координатор молодежки ОНФ. Он непосредственно принимал участие в этом мероприятии. И Николай Дмитриевич Баженов, проректор по лечебной работе Тверского медуниверситета, сопредседатель регионального штаба ОНФ. Смотрите нашу программу. Меня зовут Валерия Королева. Всего доброго. До свидания.